поужинать после циркового представления. Это очень хороший ресторанчик. Вот здесь вот муж заказал себе крылышки с чем, скажи? Просто куриные крылышки. С каким-то соусом. У меня здесь сальмон, ну, семга, каперсы, пюре и овощи гриль. Вот так это выглядит ресторан. Там казино. Вот так это все. Удивляюсь толстым американкам, которые сидят, не буду показывать, здесь есть женщина в теле, которая наяривает мучное что-то там, абсолютно не стесняясь. Я в Америке набрала пару килограмм. И то переживаю. Ну, видимо, для них это не проблема. Нужно сказать, что порции в Америке и правда очень огромные. И что еще добавить по штату Невада? Здесь есть полигон для испытания ядерного оружия. Об этом, наверное, все знают. А здесь штат коренных жителей. Это индейцы. И можно их увидеть. Есть отличительные особенности. Они очень заметны здесь. В штате Невада также есть озеро Пирамид. Это индейская резиденция, куда они дозволяют проехать за определенную плату. Короче, у нас сегодняшний вечер заканчивается. Мы завтра едем на озеро Тахо. Не побывать на нем было бы стыдно. Взяли в аренду машину. Дешевле ее оказалось брать не на территории казино, а в аэропорту. Это в несколько раз дешевле. Вообще здесь бешеные цены. И нужно быть бдительным, потому что очень людей обманывают. Пользуются тем, что много туристов. Вспоминается Савдепия, то есть в барах разбавляют спиртное. Мы вчера заказали Джек Дэвидсон. Джек Дэвидсон виски называется, да? Чего называется? Виски как называется? Джек Дэвидсон? Дэниелс, я все время забываю. Мы вчера заказали Джек Дэниелс. Это был совсем не тот напиток. И сегодня заказали коктейль фруктовый с добавлением алкоголя, но бармен насыпал стакан льда, потом закрасил чем-то там. Пить это было невозможно, конечно. Поэтому люди стараются выходить все-таки за территорию этой зоны и покупать что-то извне. Кстати, мы с мужем так и не смогли найти обычный магазин продуктов. Мы уже соскучились за магазином, где продается хлеб, сыр. Ну, мужу нужна колбаса. Здесь это найти не удалось. Мой муж уже не выдерживает этого сочного праздника. Он еще вынужден работать. У него были соревнования. Ничего. Сама себя снимаю. Да, я сама с собой разговариваю. Это приступ большого ума. Да. Приятно поговорить о вашем человеке. Он так устает. После соревнований он еще должен тут вот меня развлекать, уводить. До утра, а? Завтра.
до утра остаемся здесь, да? Окей. Не в состоянии домой добраться. Я тебя снимаю. Мой муж спит в ресторане. Здесь принято давать чаевые. Вот он сразу проснулся. Сколько ты даешь чаевых? Нас хорошо обслужили? Ну давай колись, сколько дал? $7, какая тебе разница? Вчера мы дали 8. Короче, уже кучу бабла протрынкали. Хочу еще рассказать, как рассчитывается в американских ресторанах. Берут карточку, сканируют. Потом приносят чек, и к этому чеку нужно добавить чаевые. Расписаться. Чаевые составляют сколько? 10-15%, да? Ну, 10-15%, да. Обычно от 10 до 15. Вот, то есть у них карточка уже на руках. Они уже клиента пресекли, и никуда не денешься. Заплатить придется.